Еще парочку слов с предыдущей страницы и идем тогда дальше. Септиньос но рейта. Септиньос но рейта в 7 утра. Дилпацмитос по дену в 12 дня. Сешпацмитос пец пуздена. Дилдесмитос вакара. Дивос накти. Дивос накти. Вот так мы говорим, если мы хотим прямо четко указать, во сколько что произошло. Конечно, если мы особенно используем слово пец пуздена в после обеда, да, после обеда, то, конечно, можно сказать четрос. Давайте еще раз пробежимся, только уже будем говорить не 16 и 20, а 4 и 8. Септиньос но рейта. Дилпацмитос падену. Четрос пец пуздена. Астоньос вакара. Дивос накти. И вот у нас еще парочка составных слов. Ну, слово «риц» мы знаем. Как будет утром? Но рита. Пусден лайкс. Пусден лайкс. Аж три корня. Пус – половина. Ден – день. Лайкс – время. Обеденное время. Обеденное время. Слово пусденас – обед. Ну, вот мы прямо его здесь видим. И слово само пусденас – обед состоит из пуссе – и диена – полдня. Пец пуздена – после полдня. Пец пуздена – пец пуздена – после полудня. Вот оно. В 4 – после полудня. И мы говорим четрос – пец пуздена. Вечером все легко, вакара. И давайте скажите теперь вы мне в 2 ночи. Дивос накти. Ļoti labi. Следующая страничка. Посмотрим. Неделя, рабочий день и так далее. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena, svētdiena. Так как вы уже хорошо знаете порядки вычислительные, вы видите, pirmdiena – это всего лишь pirmā diena, первый день. Otrdiena – это otrā diena. Trešdiena – trešā diena. Что там у нас? Ceturtdiena. Та же самая песня. Ceturtā diena. Piekdiena – piektā diena. А теперь суббота – sestā diena. Ха! А что же со словом svētdiena? Это не septītdiena, седьмой день, это svētdiena. Ну, конечно же, это слово может отличаться, ведь именно по воскресеньям ходили в церковь, соответственно, svētdiena – это святой день. Смотрите, слово svēts, святой, прямо похоже в латышском и русском. Ļoti labi. Помним, что так мы просто называем дни недели. Например, šodien ir sestdiena. Или šodien ir piekdiena, šodien ir ceturtdiena и так далее. А вот если нас интересует, что когда произошло, то это будет уже в понедельник, во вторник, как мы это делаем по-латышски. Очень просто. Всего лишь убираем буквочку А. Pirmdien, otrdien. Дальше. Trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien. Ļoti labi. Опять-таки, если мы просто называем день, давайте скажем сегодня четверг, 30 апреля. Šodien ir ceturtdiena, 30. aprīlis. 30. aprīlis. А вот если мы хотим сказать в четверг, 30 апреля, то ceturtdien. И вот это слово ставим в наше окончание локоть, то есть это будет «ая», «тридесмитая», «априли». Конечно, «априлис» – это же второе склонение. А вот «майс» уже первое, поэтому будет «пирмая майя». Ļoti labi. «Неделя» – ну, это слово навряд ли вас сильно удивит.
Разница только в ударении. Неделя. Дарбдена. Рабочий день. Бривдена. Бривдена. Свободный день. Выходной. Видим корень бривс. Свободный. И дена. День. Сватку дена. Праздничный день. Посмотрим, что это за слово. Есть слово праздник. Сватки. Да, это слово существует только во множественном числе. Сватки. И, соответственно, мы ставим слово в генитив для того, чтобы сделать прилагательное. Ну, ложное прилагательное. Сватку. Дена. Да-да, ведь генитив множественного числа у нас всегда заканчивается на у. И теперь еще познакомимся с такими концепциями, как вчера, сегодня, завтра. Вот это слово «вакар» ничего не напоминает? Но, конечно, «вакарс» — это вечер. Убираем окончание, у нас получается «вакар» — вчера, наречие. Скажем «вчера вечером». «Вакар» — «вакара». Угу. Теперь посмотрим на слово «рейд» — «завтра». Что напоминает? Конечно же, слово «рейдс» — «утро». То есть взяли утро, убрали окончание, получилось завтра. Помним, как сказать утром? Норита. Скажем завтра утром. Рит норита. Рит норита. И вот у нас сегодня шоден. Скажем сегодня днем. Шоден по дену. Шоден по дену. Давайте поработаем с этими вот днями недели. Скажем, сегодня четверг, 10 марта. Шоден ир цатурдена десмитайс марц. Завтра будет пятница, 11 марта. Рит бус, конечно, бус, будущее время. Рит бус. Пекдена. Вем подсметайс марц. Вчера была среда. Вакар бия. Трешдена. Девитайс марц.